Есть там такое место, мыс Фиолент, с которым меня связывает очень много. К сожалению, в этом месте погиб друг 10 лет назад. Просто перепутал небо и море. На глубине он нырял без снаряжения на 25 метров. Это примерно 9-этажный дом, чтобы было понятно. И из него не успел вернуться обратно. Собственно, ему посвящается следующая песня, которая называется «Фиолент». Там, на этом месте, стоит наверху храм Георгия Победоносца. А вниз идет лестница на 1000 ступеней. Огромная обувь.
Я слышу. То есть, а в стиле фьюжн, вы сказали, где вам прививают такие чтения в песне? В стиле фьюжн играю не я, в стиле фьюжн играет многие гитаристы, которые играют со мной в электрическом составе группы «Возвращение». Он один из самых быстрых гитаристов в столице, на песне «Диске». Вот. В общем-то, можно будет услышать как-нибудь на электрическом концерте, если Господь даст ему здоровье. Он очень долгое время болеет, и мы поэтому в электрическом выступаем уже давно, только обычно. А где была разница в этой песне? Вот эта песня была, которая прозвучала сейчас, это... Стиль фьюжн. Да, где это место? Ну, я еще раз говорю, это человек, который помогает мне с аранжировками, средства, а вот это не ко мне. Все-таки я ближе к более таким стандартным акустическим жанрам, чем к фьюжн. Сергей, мы можем вам спросить. Давайте тогда сделаем вот что. Я спрошу песню, которая была написана в Пизе. Готовым будет по волнам этот день.
из сказки принцесса целует медведя. Медведь остается медведем, и соответственно к его паутинному зверю уходит в заснеженный лес. Безутешной принцессе не верю, то что медведь свирепый и грустный тварь, и хоть Бог ей создал, но все же пожал созданный небом принцесс. Все волоса в простые руки сплетаются, руки две тонкие пивы. Запах июльского стога, соломенный ветер и долгая счастливая жизнь. Держись и не падай.
всем подряд, что твои людям на рожном блюде. Спасибо большое храму, спасибо Господу Богу, что мы все здесь живы с вами, здоровы.